Добрый день, с вами Юлия Бахтина, и мы продолжаем наш видеокурс создания личного имиджа. И на прошлых занятиях я с вами разобрала очень подробно, как ухаживать за кожей лица, да, какие средства использовать и как их наносить. И сегодня мы с вами пойдем глубже, потому что кроме кожи у нас есть еще мышцы, которые тоже со временем, с возрастом теряют свою эластичность и потихонечку лицо, так скажем, опадает. И чтобы этого не было, вам придется потрудиться. И это на самом деле ежедневная работа, вот привычка, некая привычка, как зубы почистить. Если вы это прямо сейчас внедрите в вашу жизнь, независимо от того, какого возраста вы на данный момент, очень молодые или уже за, так скажем, за определенным рубежом, и никогда не поздно начать, никогда не рано начинать. И я вам дам сегодня одно очень простое упражнение, которое сразу вбирает в себя много упражнений для мышц лица. И оно очень смешное, да, потому что вам придется, там, так скажем, мимикой активно работать. Но если вы это внедрите в вашу жизнь и будете применять каждый день, да, повторяю, каждый день, несколько раз в день, то я просто гарантирую, что вы будете молодыми, если вы сейчас в районе 30 лет, да, до 30 или там чуть-чуть за 30, то есть когда еще мимические морщины не очень выражены, то у вас есть реальный шанс быть всю жизнь молодой, то есть практически не стареть. Если вам уже за 40 или больше, да, то и у вас уже образовались некие мимические морщинки, то у вас есть шанс, есть возможность от них избавиться. Сколько времени займет, я не знаю. Это очень индивидуально. Зависит от того, как часто вы будете это делать, как вы будете это упражнение делать, да, с каким настроем, с какими мыслями. Потому что механически, если делать упражнение механически, то оно будет приносить результат, но не такой мощный, как если вы будете сконцентрированы на выполнении данного упражнения и всю вашу мысль, всю вашу энергию направлять именно в то место, то есть на лицо, с которым вы будете работать. Вот это очень важно на самом деле. Не все придают внимание именно концентрации нашей мысли и где мы находимся в тот момент, когда мы что-либо делаем. И если вы понаблюдаете, то очень часто бывает, что делаем одно, мысль находится в другом месте, и в итоге такой некий разлад получается действия и наших мыслей. И поэтому еще раз хочу напомнить, что когда вы будете делать данное упражнение, то, пожалуйста, сконцентрируйтесь на самом процессе. Вот, еще дайте в этот процесс ваш позитивный настрой, да, что вот я молодая, я омолаживаюсь, и я буду всегда молодой, то это еще больше усилит результат и ускорит его даже. Вот, и покажу упражнение, оно немножко смешное, но и даже вот рекомендую подключиться сейчас, прямо вместе со мной, делать его. Мы будем активно открывать рот, затрагивая все мышцы, мышцы лица, мышцы шеи, мышцы вокруг рта, и даже мы затронем немного мышцы вокруг глаз. И упражнение очень простое, элементарное, и 3-4, начинаем. Да, видите, вы активно, чтобы вот задача, когда вы делаете это упражнение, чтобы вы чувствовали мышцы, челюстные мышцы, чтобы вы чувствовали мышцы вокруг рта, как они напрягаются, растягиваются, чтобы вы чувствовали мышцы шеи. Вот, и вы также будете чувствовать мышцы вокруг глаз. Да, может быть, это не круговая мышца глаза, но вот мышцы, которые находятся рядом с круговой мышцей глаза, вы будете также чувствовать, как они натягиваются. Вот еще раз показываю или делаем вместе. 3-4, активно открываем рот и вот такие жевательные движения, как будто вы жуете активно и движете всеми мышцами, какие есть на вашем лице, да, не забывая шею. Что самое интересное, когда вы напрягаете мышцы шеи, у вас мышцы идут прямо непосредственно до сосков, груди. То есть получается, что одновременно вы поднимаете еще и вашу грудь. Да, очень удобное упражнение, что одним приемом вы захватываете сразу столько важных для женщин зон. И начнем еще раз.
И я рекомендую делать это упражнение до тех пор, пока вы не почувствуете, как ваши мышцы начинают уставать. Вот как только они начали уставать, вы делаете паузу и потом продолжаете через некоторое время опять делать эти жевательные, так скажем, упражнения. И что можно вот порекомендовать, то, что я делаю, да, в своей жизни, я это делаю во время, когда я рулю за машиной, в машине. То есть я сижу в машине, я еду, мне нужно 30 минут ехать в какое-либо место. И так как на автобане там достаточно просто, не нужно следить за поворотами, чтобы кто-то там из-за поворота выехал или нет, то есть едешь по прямой, и в этот момент я делаю упражнения для лица. И в следующем видео я с вами также поделюсь, как можно делать зарядку, так скажем, за несколько секунд, которая будет активизировать работу мышц всего тела и поддерживать ваше тело в тонусе. И до скорых встреч, до следующего видео. С вами была Юлия Бахтина.